Бюджетный бомбический салат из овощей по рецепту бабушки, который разлетался и будет разлетаться. Неимоверная вкуснятина. Закуска, которая расходится на ура на любой праздник. Весь секрет основной в маринаде, друзья. Обязательно смотрим, подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем нажать на колокольчик. И смотрим прямо сейчас. Всем привет, друзья! Обалденный салатик сегодня мы с вами вместе приготовим. Он из капусты. Здесь всего 0,5 килограмма, кстати, капусты. Одна свеколка, одна морковка, головка репчатого лука. И самая главная фишка здесь – это маринад. То есть это самое главное. Я узнал его от бабули. Стакан воды, 50 грамм бальзамического уксуса. Можете взять яблочного. У меня она, кстати, с обычным уксусом готовила. Также здесь масло с запахом. То есть оно не рафинированное. Вы можете взять свое любимое масло рафинированное, тоже грамм 50. 2 столовые ложки сахара и 1/2 столовой ложки соли. Мы высыпаем это все в одну емкость, в одну сковороду. Также и все смеси, о которых я сказал. И стакан воды обязательно отправляем. Все это на плитку. Она уже включена у нас. Нам надо довести все это дело до кипения, чтобы это все растворилось. Очень важно. Пока у нас здесь она стоит на плитке, мы займемся овощами. Первое это конечно, капуста. Нам надо ее нашинковать вот таким вот обычным способом, типа как соломкой. Шинкуем. Нашинковали капусту, сейчас переносим ее в емкость удобную, где будет весь салат. У нас это такая большая классная миска. У меня, кстати, и бабушка, и мама этот салат очень любят и готовят, даже дед его любит. Я каждое лето его делаю, расходится на праздники просто моментально. С луком все очень просто. Разрезаем пополам и далее на обычные полукольца. С луком разобрались, отправляем его туда же. Слишком с ним не надо заморачиваться. И сейчас, а кстати, обращаю ваше внимание, что все овощи сырые, то есть мы их не отвариваем ни в коем случае, ни морковь, ни свеклу. Сейчас прямо сюда на крупной терке натираем свеклу. Затем на этой же терке натираем морковь. У нас, кстати, маринад готов. Только что закипел. Там все растворилось. Он пока настаивается. А мы как только натерли, сразу же перемешиваем все. Превращая это такую в однородную массу. Капусту из-под низу все вот так вот. Прям можно взять перчатки и руками, или даже без перчаток. Мы же дома, руки чистые, на кухне. Все перемешали вот так вот. Кстати, процесс, когда вот этот идет, мы замешиваем. В это же время можно вливать маринад. То есть, друзья, обращаю ваше внимание, вылили маринадик. Еще раз хорошенько, ой, какой запах, аромат пошел. И далее такой вариант предлагаю сделать. То есть берем тарелочку, накрываем, ставим под пресс, одним словом. Вот так вот, чтобы прям у нас вот все было в соке, в маринаде. Так, кастрюльку с водичкой. И убираем в холодильник на сутки минимум. Можно на двое, и это будет просто чудо-салат. Друзья, с вами был Олег Лейман на канале «Найди свой рецепт». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты. Не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока!